Ваши ангелы-хранители несут для вас особое послание. Скоро вы узнаете, почему они ведут себя вокруг вас необычным образом. Они испытывают особое чувство к вам. Ангелы раскрывают, что кто-то проявляет странное поведение в вашем присутствии, что, безусловно, вы замечали, и, возможно, это замечают и другие люди. Это поведение привлекает внимание, оставляя вас в недоумении или беспокойстве. Возможно, вы начали сомневаться, что совершили какую-то ошибку, но будьте уверены, что это не из-за того, что они не любят вас. Наоборот, они испытывают настоящую нежность к вам. Их поведение занимает ваши мысли, и вы стараетесь понять его. Не стоит больше беспокоиться. Не позволяйте этому затрагивать ваши мысли и пространство. Нет нужды в чувстве беспокойства, потому что их странное поведение не обусловлено негативными чувствами по отношению к вам. На самом деле, наоборот. Этот человек нравится вам и ведет себя странно в вашем присутствии, потому что не знает, как должным образом выразить свои чувства. Они пытаются найти способ, но в процессе временно забыли, как быть собой, когда рядом с вами. Ваше присутствие заставляет их нервничать, и их эмоции по отношению к вам немного напряжены. Они хотели бы действовать иначе, потому что не хотят приносить вам беспокойство или стресс. Тем не менее, вы заставляете их чувствовать себя неуютно, но в хорошем смысле. Ваша красота и сила характера впечатляют их. Они видят вас в каждом вашем действии и достижении, и они в полном восхищении. Они считают вас невероятным. Когда они смотрят на вас, они чувствуют восторг и волнение, что заставляет их вести себя странно. Они хотят вас впечатлить, но не знают, как это сделать. Они сомневаются в себе, вопреки себе задавая вопрос, достойны ли они такого, как вы. Может показаться, что они слишком стараются привлечь ваше внимание, или может показаться, что они даже не пытаются установить связь с вами. Интенсивные эмоции часто проявляются уникальными и странными способами, что иногда может быть трудно понять. Однако будьте уверены, что они нравятся вам, даже если это не всегда видно. Они ценят каждый аспект вашей личности. Нет необходимости менять себя, чтобы влиять на их поведение. Вы привлекли их таким, каковым вы есть, уникальным и особенным образом. Они считают вас невероятно красивым и привлекательным. Ваша энергия окружает их так, как никто другой не способен. Вы особенные, и они это признают. То, как вы справляетесь с жизнью, восхищает их. Они наблюдают, как вы обращаетесь с другими и как взаимодействуете с миром, что еще больше усиливает чувства, которые они питают к вам. Возможно, они не полностью понимают, почему они ведут себя таким образом, нервы и волнение заставляют их действовать иначе. Это может даже быть способом защиты, способом избежать возможности отвержения и неотвеченной любви. Они очень любят вас, поэтому боятся быть искренними и рисковать потерей вас. Однако они также хотят поделиться своими чувствами и объяснить, почему они ведут себя так. Им важно, чтобы вы не истолковали их действия неправильно, и это последнее, чего они хотят. Они хотят, чтобы вы полюбили их и чувствовали себя комфортно и счастливо в их присутствии, так же, как они чувствуют себя с вами. Ваше присутствие озаряет их дни и делает их жизни более легкими. Они хотят проводить с вами как можно больше времени, потому что это заставляет их чувствовать себя лучше и вдохновляет быть лучше. Однако прежде чем они смогут полностью выразить свои чувства к вам, им нужно понять, как эти чувства влияют на их поведение в вашем присутствии. Они работают над этим, тратя время на понимание своих чувств и поведения. Скоро вы будете уверены, что их поведение обусловлено тем, что им нравитесь. Вы поймете, как эти чувства формируют их действия,
и скоро они поделятся своими чувствами с вами. Они больше не могут скрывать это и хотят, чтобы вы знали. Продолжайте свою жизнь, осознавая, что их поведение не связано с ошибками, которые вы могли бы совершить. Вы именно такой, каким и должны быть, сильным, независимым и вдохновляющим. Ваша уникальная и обвораживающая энергия привлекает людей. Неудивительно, что они не знают, как вести себя в вашем присутствии. Вы меняете людей, вдохновляя их искать свои мечты и строить лучшую жизнь. Продолжайте это помнить, двигаясь вперед в жизни. Не беспокойтесь о том, когда эта разгадка произойдет, потому что вы уже знаете правду. Не тратьте больше времени на беспокойство об этом. Ваши ангелы-хранители уже раскрыли правду и причину этого поведения. Они хотят, чтобы вы знали это, чтобы не сомневаться в себе, чтобы больше не тратить время на вопросы о своей личности или беспокойство о том, совершили ли вы какую-то ошибку. Продолжайте верить в себя замечательного и любящего человека, каким вы есть. Окружающие вас также верят в это. Вы идете по пути к своей лучшей жизни, и люди вокруг вас признают это и хотят быть частью этого пути с вами. Вы полностью способны раскрыть свой потенциал. Продолжайте жить с верой и любовью, доверяя, что все будет идти именно так, как должно. Хочу завершить молитвой за вас. Господи, даруйте им мир и понимание в этой смутной ситуации. Помогите им распознать искренность за странными реакциями тех, кто испытывает к ним привязанность. Пусть они обретут силу принять настоящее восхищение, которое они вдохновляют у других, и пусть это освободит их от сомнений и излишней тревожности. Пусть они будут уверены, что их любят и ценят, и пусть это руководит их к познанию себя и к силе. Аминь. Не забывайте заботиться о себе и работать над своим благополучием и счастьем, не жертвуя при этом своим здоровьем. У вас есть все ресурсы для достижения успеха. Введите «Я верю и принимаю», чтобы присвоить себе это послание и благословение, которое оно несет. Попробуйте оставить положительный комментарий для других зрителей, которые могут нуждаться в позитивном поддержке в свой день. Вселенная считает это актом доброты, который питает цикл хорошего кармы. Реагируя позитивно, вы получите в ответ благословение Вселенной. Давайте вместе создавать волны позитивной энергии. Знаете ли вы, что существует возможное изображение вашей души-близнеца, которую вы можете увидеть прямо сейчас? Это может быть кто-то, кого вы уже знаете, или кто-то, кого вы еще не встретили. Удивительно, насколько точными могут быть эти изображения. Вам стоит посмотреть на фотографию, чтобы понять. Ссылка на изображение вашей души-близнеца есть в описании. Вас ждет важное послание в следующем видео. Будьте внимательны. И да Бог и Вселенная будут вас защищать и направлять вас к следующему моменту любви, веры и утешения. Аминь.